Ближе! Тревога сработала. У нас две минуты. Быстрее! Впереди! Ждем 3 дня, если не будет другой команды. Классический гоп-стоп. В банде 4. С вами это впервые. Неприятно, да? Расследованием займется отдел по зуботяжке. Белман, ты в паре с Крисом. Сэр, можно на пару слов? Конечно, нет. Не думала, что ты справишься. Но это еще не все, Майк. Придется убедить сестру поберечь тебя. Есть еще работа. Не сделаем, она прикончит нас всех. Их 4. Кто же 4-й? Мы выждем момент и ударим. А может, 3 девятки? 3 девятки? Это что? Это когда убивает копа, и все наряды съезжаются на место преступления. Мы выиграем суд. Ты как? Готов. А ты? Никто из вас не чует, что вот-вот произойдет нечто страшное. Мы должны найти другой способ. Убрать копа, пустяк. Это сделаю я. Твоя задача — вычислить этого монстра. Бежим быстрее! И вернуться к рассвету. В отчаянии человек способен на многое. Когда он прижат к стенке, он делает все. Всем подразделениям, код 3 девятки. Убийц полицейских.